Подключайте тариф «Новогодний 2020» и впереди целый год интернета и кабельного ТВ всего за 2020 рублей. Интера. Ну, это максимум 2,5 года, декоративный крысик. Все это время мы его взяли совсем маленького, вот такусенького. И вот такое вот чудо вымахало. Мохнатое чудо в семье Марии Шикиневой живет уже 3-й год. О грызуне, говорит девушка, мечтала с детства. Но завести дома это животное смогла только когда съехала от родителей. Уход за крысами особых усилий не требует, уверяет Мария. Главное менять вовремя наполнитель и иногда выпускать питомца, размять лапки и побегать, чтобы активный грызун не заскучал в маленькой клетке. Сами по себе крысы очень своенравные животные. 3-летний крыс Макс, например, может и погрустить, и даже обидеться. Он очень не любит мыться. Если его помоешь, он потом 2 дня будет ходить обижаться. В домик залазит, попой поворачивается, хвост показывает. А еще такие животные отличаются высоким интеллектом. Поэтому некоторые люди верят, что крысы обладают даром предсказывать будущее. Из любопытства Мария решила поинтересоваться у своего питомца о планах на грядущий год. Чтобы грызун ответил на вопрос, хозяйка приготовила особое лакомство – спелые бананы. Хотелось бы у тебя, Макс, узнать, будет ли следующий год тяжелым на фиолетовой тарелке, либо легким и счастливым. Давай. На желтой. Ну, так бананы же. Високосный не значит несчастливый. В этом солидарны и астрологи. По их мнению, год металлической крысы будет полон приятных сюрпризов, но только для тех, кто не поленится навести в своей жизни порядок. 2020 год, он потребует от нас такого труда, кропотливого труда, ответственности какой-то, настойчивости. И вот кто из своей жизни изживет, вот это какой-то хаос, кипиш, не знаю, куда идти, что делать, да, то есть это четкая спланированность действий и направленность, да, куда-то. Вот для того год будет более легким. Есть в грядущем году и свои нюансы. Например, зимние месяцы будут удачными для создания семьи, а вот весной лучше уделить свое время саморазвитию. Год будет благоприятным для начала карьеры и для открытия собственного дела. А вот предаваться мрачным мыслям не нужно, отмечают астрологи. Грядущий високосный год металлической крысы все же не сулит нам ничего плохого, поэтому не стоит переживать из-за наряда или наполняемости новогоднего стола. Гораздо важнее придумать, с кем вы проведете эти зимние каникулы. Кристина Сипьева, Сергей Шемит, Интера ТВ.